Всем доброе утро. Я сегодня в обед спала. Хочется в обед спать. И вот скажите, если кто вот утром работает, вот так, например, там в 3 встает, в 4, в обед вы спите? Я сегодня маленько киморнула. Ну, я так нормально себя чувствую. Правда, мышцы, правда, болят на ногах. Икры, ляжки, попа, ягодицы. В общем, все болит. Все, что не из живота, все болит. Ну, это тоже, думаю, все нормально. Это тоже не с привычки. То, что... Сейчас хотим съездить в магазин, чуть-чуть закупиться. И мне нужно сегодня обрезать свои перчатки. Нам для работы выдали вот такие перчатки. Ну, у девчонок-то давно, а мне то, что я новенькая, мне выдали перчатки. Но я вообще в перчатках работать не могу. У меня нету гефюля, как... Нет ощущения, что я что-то взяла, я могу уронить. И хоть здесь они и прорезинчатые такие, но все равно... Мне без перчаток удобнее работать. Но есть такое ощущение, да, оно не есть, а на самом деле. Домой, когда приходишь, начинаешь руки мыть, все жжет. Режешься. Об картон очень легко можно порезаться. Поэтому желательно работать в перчатках. Что я придумала? Я вот их одеваю. Они, не правда, большеватые. Мне шеф должен на размер меньше заказать. Я их вот так себе отрежу. Отрежу и, думаю, зажигалочкой так сделаю, и будет нормально. Ну, чтобы не распускались. Вот, вот так. И кольцо мне вот это вот мешает. Когда перчатки вот так вниз стягиваются, у меня кольцо упирается вниз, и мне больно. Поэтому я его тоже буду снимать. И браслет сняла. Надо же чем-то жертвовать, правильно? Поэтому сняла тоже браслет. А помните, я покупала в Турции подвеску вот сюда на браслетик. Я ее повешала вот сюда. Теперь у меня вот такая вот турецкая подвеска висит здесь. Ну, мне она очень нравится. А свое сердечко и листик я пока сняла. Поэтому вот такая пока подвесочка. Я сейчас быстренько сварю супчик. Такой легкий супчик, что-то захотелось. И поедем в магазин. Надо купить, ну, такое продукты. То-то закончилось, то-то закончилось. Доставала сейчас с морозилки мясо для супчика. И в морозилке нашла сырники, которые я делала, вот, наверное, пару дней назад. Я и забыла, что у меня в морозилке эти сырники. Так что сейчас они растают. И будем еще и сырники кушать. Ну все, смотрите, мне Ромка их все отрезал. Зажигалкой тут сделал, чтобы дальше не распускались. И хорошо. Мне кажется, будет так удобно. Так у меня теперь чувство будет, что я взяла, и картон проще так мне открывать пальцами. То бывает, у меня и нож есть, нам нож дали, все. Но пальчики, мне это все как-то проще делать. Так, где-то оттянул, где-то разорвал, мне так проще. А это просто защита. В общем, все. Теперь у меня есть перчатки. Сонька на улицу попросилась. На улице хорошо, морозно, но солнышко светит. Сонька, ты где? Заказала я себе часы. Я вообще с часами не дружу, я их никогда не носила, у меня их, по-моему, никогда и не было. Не знаю, какие лучшие, какие хорошие, какие плохие, какие сейчас носят. И знаю то, что я их буду носить на правой руке. Вроде бы носятся на левой, но это я делать не буду, мне не нравится. Я все цепочки, браслетики, все ношу на правой. И часы я также буду носить на правой. Мне это не важно. Носится, не носится, мне самое главное должно быть удобно. Поэтому я позвонила Ольге, вот, которая к нам на Новый год приезжала в позапрошлом году. Если кто-то, может быть, не видел, я могу видео оставить под этим видео, как мы отмечали Новый год. И вот, в общем, позвонила Оле, она часы носит. И я у нее спросила, какие у тебя часы. И она мне посоветовала вот те часы, которые я сейчас заказала. Она говорит, в них и можно и купаться, и бассейн, и нормальная вода, и душ. И там пульс, в общем, показывает, шаги. Ну, такие, знаете, которые вместе с телефоном соединяются. Она говорит, удобные часы. И эти браслеты можно заказывать разных цветов. А я ж жадная на это дело. Я заказала себе часы и, по-моему, сколько там, 10 браслетов разных цветов. Но оригинал идет всегда, по-моему, черные часы, черный браслет. А это просто к ним и шли
Там и красный, и зеленый, и синий, и серый, и белый, и желтый. Ой, и этот туркиз, по-моему, был, бирюзовый. В общем, много цветов разных. Так летом менять, почему бы нет? Часы стоили, по-моему, 20 евро, да? 29 евро. И 10 евро стоили вот эти вот все браслеты. В итоге у меня получилось... Сколько у меня получилось? 40 евро? Да, у меня получилось 40 евро, я за них заплатила. Но я еще не заплатила. Не, вернее, долг заплатила. Я с Amazon, да. Да, если через Amazon, это сразу платишь, да. В общем, они уже должны скоро прийти. Сонь, ты где? Соня? Сонь, пойдем домой. Ты где? Сонь, засранка, пошли домой. Хватит бегать. Пойдем. Пошли. Холодно, пойдем. Закупились и уже покушали. Мы сколько раз себе говорим, чтобы закупаться, ехать. Наш желудок полный. А когда едешь голодным, берешь все подряд. Не знаю, у вас тоже так бывает? В общем, мы приехали быстренько, покушали, это все не стали убирать, поэтому мы сытые теперь. Теперь я со спокойной совестью, со спокойным, с полным желудком будем с вами делать Сонькой видео. Закупались мы сейчас в Глобусе. Знаете, что еще хотела сказать? Работаю сейчас в Глобусе вот уже 4 дня. 4 дня подряд. Я нахожусь только внизу, где продукты. Оказывается, столько продуктов я не знаю. Оказывается, что столько продуктов я не пробовала. Например, вот я даже не знала, что есть горох. Вот у нас есть... Скажите, орехи, да, есть орехи, орехи сладкие, орехи в глазури, орехи в шоколаде, орехи с солью. Это я все знаю. Но я не знала, что есть точно такой же с горохом. Обыкновенный горох, который мы варим. Есть горох сладкий, есть горох соленый, с шоколадом, в глазури и так далее. Я такого не знала. И вот многие вещи я замечаю, и многие продукты я замечаю, что даже не знала, что они вообще существуют. И еще, там так хочется кушать. Я сейчас точно время не скажу, но давайте я совру. Скажу примерно в 7 утра начинают стряпать булочки. И вы представляете, да? Народ там бегает в глобусе, все раскладывает. Вот так ветер гоняет, эти булочки пекутся, запах по всему глобусу. Но так хочется кушать, это очень. Я бы, мне кажется, все бы там слопала. И даже сейчас, что мы купили, я вам покажу. Вот таких булочек я не видела и не знала вообще, что они есть, поэтому я купила. Это булочки не готовые, не свежие, испеченные, нет. Просто они были, я на них сегодня, кстати, была, и вот обратила внимание, что такие булочки мы еще не пробовали. Надо купить. В общем, вот такие вот булочки ванилас. Они, я думаю, будут очень вкусные. Здесь как ванильный крем такой, я думаю. Ну, в общем, давайте начнем по порядку. Купили вот такой вот йогурт ванильно-шоколадный и сверху сливки. Сахар нам нужен был кубиками. Взяли сахар, сыр взяли йогурт, чай, майонез, шпроты. Кто не знает, в Глобусе русский отдел есть, но он уже там давно. Ну, может быть, кто-то и не знает. Вот. В русском отделе взяли шпроты, хотя в немецком тоже они есть. Сливки для кофе. Яйца. Вот такие взяли конфетки. Колбаску вот такую взяли, уже нарезанную на бутерброды. Вот такой вот йогурт разных сортов. Это с какими-то шариками, это с шоколадными шариками. Здесь что? Здесь какие-то сердечки. Розовенькие и беленькие, а здесь, видать, как хлопья. Сметана. Еще вот такой вот йогурт. Так, вот такой вот еще йогурт. 4 пачки молока. Молоко берем 3,5%. Вот такой шоколад и вот такой шоколад. Вот этот шоколад, как он? Нац. Я его еще с России помню. Он у нас в России продавался.
такие взяла. Рис взяла. Вот я не знала, например, что такое рис есть в пакетиках. Сегодня была тоже еще и на отделе, где рис, лапша. И заметила, что есть такой вот рис черный с белым в пакетиках. А вообще, один раз, по-моему, мы брали, просто он был как рассыпной. Так, колбаса. Сыр. Здесь 400 грамм нарезанный. Вот это вот я не знаю. Это какие-то вафельные, ореховые, какой-то кусочек, не знаю, типа как. Ром, как это называется? Вот что-то есть под вид такого в Турции похоже. В общем, не знаю, попробуем. Вот такой вот шоколад с изюмом и орехами. А, вот. Это вот они вместе продавались. Здесь с ванилью, а здесь с шоколадом. Вот такие вот. Как булочки. Кетчуп и рамелада. Это майонез с приправами. И еще две пачки сливок. Сливки 7,5%. Ну все, вот такая вот была наша закупка. Всем большое спасибо и пока-пока.